С Рождеством, дом Лэнгстонов. Привет, я Тед. Говард, привет. Как там в городе? Все в порядке? Да, все нормально. Мне нужно поговорить с Лиз. Позовешь ее? Прости. Твоя жена печет нереальное печенье. Кто разрешил тебе есть печенье моей жены? Я просто помогаю ей на кухне. Она тут столько всего готовит. Тед, мне нужно поговорить с женой. Ты можешь позвать ее к телефону? Думаю, она в душе, Говард. Позвать? Нет. Я просто хотел сказать ей, что немного опоздаю. Но она не должна беспокоиться. Она не будет. Я же здесь, и я... Это печенье. Мне нужно взять у Лиз рецепт. А ну, брось печенье! Быстро! Говард, тебя что-нибудь беспокоит? Потому что в это время года бывает много нервных срывов из-за стресса. Следующая партия. Мне нужно идти, но я передам Лиз. Пока. Да, но... Помнишь, я обещал тебя убить самым последним? Точно, ты обещал. Я соврал.